Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно, гудит мельничное колесо. Боль угасла, баба щурится из избы, в небе жаворонки, только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт и перо остро, он губастый учен как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму и ездил в карете, деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки, ему было за что умирать у черной речки.